помните. Мастерская Скала все еще существует, все еще жива, в сущности дел. Теперь мы занимаемся еще и фонтанами. Такого я еще нигде ни у кого не видел. И, следовательно, хочется поделиться с вами. Была куплена база от типичного фонтана. Все лишнее с нее было убрано. Нарощена дуга. На дугу были нарощены листья из сада у скалы. Японский клен, дуб, простой клен и так далее. Ну и, как говорится, математическими методами, пробы ошибок, в сущности дел, получается вот такой вот артстоп. In movie. В движении, в общем. Как в кино. Журчит. Кому это очень важно, кому это очень необходимо. Контролируется это все наложениями вот таких вот галечегорного хрусталя, устанавливая на один из листьев. Вы таким образом можете либо увеличивать напор, либо уменьшать напор, объем этого напора в листе, допустим, в последнем. И от этого будет меняться журчание, скажем так. В данном случае, как видно, если установить эти галечки, допустим, вот сюда вот, журчание ушло. Не так много уже брызгов, и все более точечно распространяется. Каждый последующий слой, ну, как сказать, слой, уровень воды, он контактирует по-своему с предыдущим. Это тоже успокаивает, это тоже вызывает релаксы. Как видите, опять же, контролировать можно каждый из этих потоков по-своему, устанавливая гальки. Мы получаем желаемый уровень релакса, уровень шума и так далее, и так далее, и так далее. Допустим, наложим вот этот вот камень. Появились тоненькие нотки капелек, шум капель. И, соответственно, брызгов меньше. Более точно стало капать. На такую систему мотор был установлен на минимальное положение, максимально закрытый. И в то же время лопасти даже были уменьшены по диаметру. По той простой причине, что слишком мощно для такого типа релаксирования, слишком мощный мотор выходит. Вот такая красота получается в итоге. Я думаю, будет еще множество вариантов. Мастерской Скала. К слову добавлю, я никуда не пропал. В данный момент просто немножко сменил направление деятельности. А именно, устроился на работу. Там, где действительно нужна моя рука, идеи. Это сеть магазинов Люстр. Не буду афишировать какой. Кому интересно, пишите комментарии. Поэтому времени на посты просто нету, к сожалению. Их не остается. Вот, поэтому надеюсь на ваше понимание. Буду стараться забегать, если вам эта тема понравится. Буду показывать периодически, скажем так. Вот такая красота получается. Всем терпения и добра. Пока-пока.